Приветствую вас. Здесь ситуация, вообще говоря, заключается в том, что ваши возможности по решению данной ситуации несколько ограничены в силу того, что здесь есть позиция другого человека, то есть человека, ну, то есть вашего молодого человека. И на мой взгляд, совершенно очевидно, что молодому человеку хочется тоже как-то вот, значит, ну, там, курить и так далее. Он вот пытается как-то и вас тоже от этого, ну, от этого отучить, вот, чтобы, соответственно, у него не было, чтобы у него не было соблазна, вот. Такая вот история. Это первое. С другой стороны, то, что вас в целом там ситуация задевает, то есть, ну, то, что вам, грубо говоря, неприятно, то, что он вот так реагирует, то, что он бубнит и так далее, то, что вы чувствуете, что ваше личное пространство ограничивает, ну, все-таки, наверное, свидетельствует о том, что вы находитесь во власти некого конфликта своего. Собственно, конфликт. Вот. Причины конфликта, если максимально в общем говорить, кроется в том, что вы через сигареты, как вот, как вы сами сказали, расслабляете. То есть, если вы расслабляете, значит, вам, ну, вас что-то напрягает. По общему правилу, человек, который курит, хочет уйти в дым. То есть, избежать реальности. То есть, реальность на вас чем-то давит. Вот. Чем? Нужно выяснить, нужно это исследовать, конечно. Ну, вот. Но, в целом, если вы просто балуетесь, то есть, как бы, если вы именно вот просто балуетесь, то понятно, что никто не имеет права вам это запрещать, вот, никто не имеет права вам, ну, не позволять это делать, но если вы, вот, вы сами, знаете, в чем дело, вы сами чувствуете себя, ну, грубо говоря, уязвимо в этой ситуации, понимаете? Вот, и вы хотите, чтобы молодой человек вас принял такой, вот, и, вероятно, вам, ну, в какой-то степени болезненно то, что он вас не принимает, вас это вызывает. Вот, соответственно, в первую очередь, как мне кажется, с этим нужно, взаимодействовать, что вам тяжело того, что он вас не принимает. Мне так, по крайней мере, представляется.
Ну, мне так по крайней мере, представляется необходимым. Вам, конечно, решать. Вот. А в целом, ну... Мой коллега, вот, Кудряшов Игорь Леонидович, все, в общем-то, крайне подробно описал, вот, и добавить здесь, наверное, особенно нечего. То есть молодой человек ворчит, пока он уверен в том, что его ворчание может возыметь какой-то результат. И, соответственно, как только вы убедите его, это будет не сразу, что это ни к чему не приведет, что вот, ну, что он ворчит, то ситуация сразу, в принципе, нормализуется. Ну, по моему мнению. Вот. Значит, вы пишете, что мы с ним об этом говорили. А, ну, вы говорили о том, что вы не будете курить, я так понимаю, о чем конкретно вы говорите. Говорить можно много, к чему вы, ну, пришли в итоге. То есть, понимаете, если молодой человек ругается, именно ругается, то вы это воспринимаете, ну, на свой счет, да? И, ну, соответственно, наверное, нужно посмотреть, вот, с чем связано то, что вы принимаете на свой счет вот то, что он там на вас ругается, к примеру, да? Вот. И что мешает, грубо говоря, вам, ну, отнестись с пониманием в какой-то степени к его такому поведению, к его такой вот модели поведения. То есть вы не можете, например, ну, посочувствовать ему, например, из-за того, что, допустим, ему сейчас не по себе, из-за того, что он бросил курить, например. Ну, вот. То есть тут у вас, может быть, есть, ну, какое-то ограничение. Вот, может быть, что-то вам не позволяет его понять, принять и так далее. Вот. Не то, чтобы вы прям, ну, должны это делать, конечно. Если не хочется, то не должны, но важно все-таки смотреть. Ну, в этом направлении. Важно все-таки, чтобы вы постарались молодого человека как минимум, да, понять. Как минимум понять.
а как максимум разобраться в себе и увидеть вот что именно вас там, грубо говоря, просыпается, да, когда он на вас ругается. Вот. Это то, что можно сказать. Естественно, здесь есть проблема, потому что молодой человек, он не принимает вас такой, какая вы есть. И это проблема. Но он не принимает вас в том числе по тому, что верит, искренне верит, что может вас изменить. А вот как бы догадаться, образно говоря, догадаться о том, что он может вас изменить, молодой человек мог только благодаря вам. Вот. Только благодаря вашей позиции, только благодаря вашему, ну, только благодаря тому, что вы можете, ну, что вы могли ему дать надежду, на то, что вы изменитесь. По сути. И вот как вы к этому пришли, это вот очень важный момент, на мой взгляд. Очень важно это разобрать. Опять же, у меня возникло ощущение, что в какой-то степени вы боитесь, что вас отнимут, заберут, знаете, ну, грубо говоря, ваши сигареты. Такое у меня ощущение возникло. Вы боитесь. И, конечно, я могу быть неправ, конечно, вы можете, ну, типа, сказать, что я ошибаюсь, и я не буду ни в коем случае с вами спорить, да, вот. Но мне, вот, видится это так, мне видится ситуация, вот, примерно, ну, в таком ключе, в таком ракурсе. Вот, я бы убирал ошибаться, на самом деле. Вот, но мне видится это таким образом. Мне видится ситуация такой. Вот. Я надеюсь, что я ошибаюсь, я надеюсь, что я не прав. Вот. Тогда. Вот, так что подумайте о том, что сказал я, подумайте о том, что сказал мой коллега. Вот, и постарайтесь подумать, что из этого вы могли бы для себя извлечь. Постарайтесь подумать, что из этого вы могли бы для себя, ну, понять, да, что из этого вы могли бы для себя взять, скажем, так сказать. Вот. А мы рады будем вам в любом случае помочь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.